Всем привет! Продолжаем тестировать сборочку. Так, сейчас мы выйдем в винду, запустим CPU-Z, покажем, какая здесь сборочка у нас. Есть отдельные подписчики, которые просят показывать 4770, 1660 Ti и 16 гиг оперативы. Сегодня протестируем несколько игрушек. Начнем с CSGO. CSGO у нас стимовский, то есть это не пиратка. Давайте отключим, чтобы не обновлялся WarHunter. Мы его протестировали уже. В силу того, что очень большая загрузка сейчас перед Новым годом, просто времени не хватает, очень много сборок. Видео выходит редко, но постараюсь снять сегодня несколько игр. Так, Dust 2. Играю я с ботами, чтобы успеть хоть что-то пострелять, а то с людьми вообще совсем все печально и туго. Поехали. То ли уж там с ботами жрет какой-то ресурс, не знаю, ребят, какой-то ресурс может жрать CSGO, типа там на поведение бота вред какой-то просчет центрального процессора. Ну, здесь процессора с головой хватает для этой игры более чем, не знаю, не думаю, что там искусственный интеллект, ну, псевдо там что-то там нагружает. И ест эти самые вожделенные FPS. Такое, да? Так, ну что у нас сейчас, игрушка загрузится. Да, напомню, это стимовский CSGO, то есть это не пиратка. Это все обновления, которые есть на текущий момент времени, на это число, да, когда выходит видео, когда оно снимается, то есть все обновления здесь у нас установлены. Так, что у нас? Давайте будем за хулиганов играть. Так, что у нас? Покажем настройки графики, да? Настройки. Я их не менял с момента последнего теста, поэтому вот что стоит, то стоит. Вот, пожалуйста, Full HD и вот такие вот настройки графики. Соответственно, если мы их повышаем, FPS будет ниже, если мы их понижаем, FPS будет выше. Все очень просто. А, мне еще и бомба. Интересно, у каждого террориста есть бомба или у какого-то одного? Мне просто интересно. Что у нас здесь? Это называется рукожоп, да? В упор стрелял и не попал. Ну, вот это так, зато можно делать вот так вот. Когда играешь с ботами, можно делать вот так вот. Ну, опять же, в CSGO здесь без сюрпризов. Эта игра у нас нетребовательная. Хотя, ну, кто-то говорил, что с каждым обновлением у игры повышаются требования. Так ли это, напишите, я не в курсе. Типа у них какие-то там графика улучшается. Как по мне, как была, она такая осталась. Но опять же, я в нее играю крайне мало, поэтому утверждать, что это истина, я не буду. Кто в эту игру там шпилит очень много, напишите в комментах, где реально ли с каждым обновлением повышается уровень графики. И типа повышаются требования, и чуть ли там, ну, то, что там раньше можно было играть на каком-то там Селероне старом, то сейчас для этого нужно минимум какой-нибудь A3, да? И еще я слышал, что вроде с ножом бегаешь быстрее, так ли это? Вот видите, вот нет навыков, да? Вот некоторые игроки прям с первого выстрела попадают, просто вот. А мне нужно... Ой-ой-ой, что это? Что это? А, наверное, световая... Это он все, световая граната. Вообще, я когда-то играл в CSGO, ну, еще когда в студенческие времена в общаге, да, когда еще сетка была в общаге. Но там, наверное, какая-то старая CSGO была, не вот такая. Даже не CSGO, наверное, просто была CS, а называлась она, кстати, Чайнина 6 или... Ну, ребята, я могу путать, это было крайне давно, и тогда играл тоже как рак. Ну, тем не менее. Ну что, по... данной игрушки, я думаю, все понятно. Переходим к следующей. Поехали. Так, друзья, это PUBG. Вот я как-то неудачно приземлился. Столько чуваков рядом со мной. Сейчас меня будут убивать. Поэтому я сейчас постараюсь куда-нибудь спрятаться и показать вам настройки графики. Умрем мы в любом случае. Умрем мы быстро. Возможно, даже очень болезненно. Спрячемся. Так, настройки графики. Настройки. Пум-пум-пум-пум-пум. Графика. Full HD, и дальше вы все видите. Вот. Один человек написал мне, что дальность видимости типа не играет никакой роли в этой игре, типа ее можно снижать на минимум. Хотел бы ваших комментариев услышать. Нужна ли дальность прорисовки? А еще чувак писал, что вообще типа нужно все на минимум, типа зачем там так ультра-графика? Все минимум, чтобы было максимум FPS. Вот жду ваших комментариев. Столько споров по поводу этой игры каждый раз. Мне вот интересно, какие же все-таки оптимальные настройки для вас, для геймеров, киберспортсменов, не знаю, как это правильно называется. Как говорит один великий ютубер, тигриные львы, да? Как-то так.
общем, видим, я пошел обходить стороной хулиганье, которые могут реально гоп-стопнуть, отобрать часы и сигареты. Да, может, кому-то, может, это знакомо. Хулиганы, в общем, да, хулиганы. В общем, ходят они пачками, это командная игра. По 4 человека в пачке. Как в этом, в каком-то фильме, да, кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Так, ну что у нас здесь? Ну, что-нибудь найдем, хоть какой-то дрын какой-нибудь. Дрын Петрович. Ух ты, ё-моё. Это мы нашли, что аптечку. Что у нас здесь еще? Ничего, да? Как я слабо ориентируюсь. Ну, топовые игроки хоп-хоп-хоп там поподбирали, повыбирали, дальше побежали. Но все-таки скиллы и скиллы. Да? Чем ты дольше играешь, тем эти навыки очень похожи на какое-то ружье, да? А это обман. Обман зрения. Обман зрения. Галлюцинация. Ух ты. Пехаль. На гранату похоже. Не всеми месяцами что-то за мной бежит. Шаги слышны. Слышны шаги. Все дверки зайти посмотреть. Открыть и закрыть. Как много здесь дверок разных, да? Чулан. Кто у нас здесь? Началась красная зона. Началась красная зона. Отсюда выйти, блин. Начинается топографический кретинизм. Когда прибежал, ну откуда прибежал и как выбежать обратно, есть способ проще. Ну что, где вы, хулиганы? Ё-моё! Ё-моё! Это могло быть больно? Это могло быть больно? Да ладно! Да ладно! А что делать нужно? С перепугу кого-то убил! Ребята, ну все, я думаю, это просто победа. Это личная победа. Это мой, наверное, первый килл в этой игре. Видели? Что страх с человеком делает? Ай, какой кошмар. Что там у нее есть? Не знаю, что есть, ничего брать не буду. В общем, на этой позитивной ноте предлагаю закончить обзор PUBG. Переходим к следующей игре. Поехали. Так, ребят, первая батла по настройкам графики. Видео Full HD и Ultra. Итак, традиционно мы играем за поддержку. Начать. Так, ой, у нас походу это, не знаю, что за карта. То есть, не то, что не знаю, что за карта, а режим игры. Наверное, захват, да? Так, ну что, побежали. Будем плыть. Будем плыть и есть как диверсанты. О! Вспомогательное оружие. Это вражеский самолет? Да. Интересно, я по нему попадаю или нет? Это кумедно. Кумедный я, товарищ. Так, переключимся на зажигательные. Где он? Я какой-то обезумевший игрок. Ух, ё-моё. Нет. Плохая была идея в танк стрелять, да? Ну такая себе, скажу. Это не точно. Да? Мы теряем цель Сорока. Ничего, я сейчас скоро буду. Дайте что-то на чем-то по... О, Рошатка. Мы потеряли цель енот. Понеслась. Привет. Как? Ага, два раза шифтануть. ПВО. О, мы еще попадаем среди. ПВО, я ПВО. ПВО на этом, на ослике. ПВО на ослике. Врешь, гад, не уйдешь. А ну-ка, прибавить скорость. Хэя, хэя. Куда? Давай. Наваливай. Так, ну, Рошатка, конечно, хорошо. Дайте танчик. Дайте танчик. Жлобьё. А, машинка вон есть. Мафинка есть.
Так, судя по сторонам, должна стоять где-то, получается, сзади. Где-то здесь. Так, ничего страшного. Сейчас мы найдем машинку. Собственно говоря... Сюда, сюда иди! Да как-то? Как так-то? Ты глянь какой. Два раза меня уже убил. Хорошо, я тебя услышал. Я тебя услышал. Попробуем так поиграть. Где этот? Конно. Да что ж такое? Смотрите, как он шмальнул меня, да? А где он? Откуда, вам интересно? Где этот нехороший человек? Где этот редиска на конячке? Где этот скакун? Мы захватили цель. Где ты? Где ты? Мичуринец. Или как там тебя? Кентавр. Мы будем тебя убивать. Да, как в этом? Кажется, Красный Жрабин назывался, да? Мы будем тебя убивать. Но не вижу я того чувака на коне. Есть такое предположение, что он уже где-то в конюшне. Но это не точно. Ага, смотрите, старый знакомый. Где ты? Иди сюда. Сдих он, нет? Сдих? Сдихла эта лошадиная порода. Сюда иди. Где ты там? Скакун. Скакунчик наш. Человек, лошадиная голова. Слушайте, ну я не вижу же лошадку. Может его все того оприходовали? Ты смотри, ты смотри. Ты что творит, а? А ну-ка, отведай-ка ты силушки богатырской. Ну, ребят, будем надеяться, что мы отомстили тому лошадиноголовому чуваку. Что, я еще одного убил, да? Я прям киллер. Киллер! Киллер! Поврежден аэроплан. Ух ты, ё-моё. Стреляют. Ну что, ребят, думаю, по батле первой все понятно. На этом обзор я заканчиваю. Обязательно выделю время. Наснимаю еще больше игрушек. Будут еще новые сборочки. Да, вон сейчас пришла видеокарта 1650 Super. Я, кстати, на ней еще ни разу ничего не тестировал. Раньше таких Super, да, раньше были как просто там, например, 1050, 1050 Ti, да. А сейчас вот есть 1650 и есть 1650 Super. Так что посмотрим, что за зверь такой. И в завершении всем спасибо за внимание. Ребят, ставьте лайки. Ну, не поскупитесь, нажмите этот пальчик вверх. Вам не сложно, мне приятно. Подписывайтесь, кто не подписан. Будет очень много интересных видео. И всем вам я желаю здоровья. Заботьтесь о своем здоровье. Занимайтесь спортом. Не курите. В общем, всего в меру. И все у вас будет хорошо. Все, ребят. Всех благ. Пока.